Жители микрорайона на улице Заречной делать мир вокруг себя ярче начали еще 5 лет назад. Как только услышали о проведении в городе конкурса по благоустройству, сразу же взялись за оформление придомовых территорий. Сначала яркие клумбы и цветники появились возле 14-го дома, а потом в украшении придомовых территорий включились жители всех многоэтажек двора. Каждый год мы меняем, конечно, и клумбы, и все. Мы сейчас сделали рисунок вот у третьего подъезда. Может быть, немножко как в саду получилось, но а нам всем нравится, и прохожие останавливаются и любуются. Стараются, признаются конкурсанты, не ради наград, а для себя. На территории, где много цветов, за которой постоянно ухаживают, никогда не появится посторонний мусор. В таких дворах и другие проблемы стремятся решить как можно быстрее, чтобы мелкие детали не портили общую картину. Мы очень подробно прошлись по всему участку в течение, наверное, 2 часов, да, Сергей? Прошли, активно поговорили, обсудили все вопросы по земле, по ограждению, там, где необходимо, по асфальтированию, по ремонту подъездов. Все в план внесли. А пока взрослые обсуждают и решают серьезные вопросы по благоустройству, мальчишки и девчонки развлекаются, пьют бесплатный лимонад и участвуют в конкурсах. Они помогали благоустраивать клумбы и наводить красоту на газонах и честно заслужили отдых в компании творческих коллективов Заречного в своем собственном дворе. Светлана Демина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».